Добрый-добрый-добрый день! Сегодня был изумительный день, московский день с моими подругами. Утром мы ходили на выставку Боско. Я жалею, что я не снимала, но уже так получилось. Сейчас я не выдержала, я достала свой изумительный моб. Мы стоим на мосту. И все, что мы видим, видите и вы. Я думаю, что вот это Фрунзенская набережная, кажется. Я так вот уже примерно знаю. Вот там мы садились на речной трамвай. Погода потрясающая. Москва огромная. Чтобы куда-то добраться, нужно идти. Идти, ехать, идти. Но в результате вот такое вознаграждение, такой изумительный вид. Такие изумительные золотые купола вдали. Чайка, облака. Белые трамвайчики морские скользят по глади Москвы-реки. Это прелесть. Внутри крытая часть моста. Вот там сейчас очень жарко и душно. Мы вышли на открытую часть вот эти башни, мост, я так поняла. Это что, дата сооружения, не знаю. Посмотрим. Выплывают и простые катерки для простых. А вот Радиссон. На таком плавали мы. У нас был немножко другой, более открытый палубы были. Красота. Можно прыгнуть на него и прокатиться. То есть вот эту морковку вода шишки полностью сад. Ой, еловые шишечки, посмотрите. Настоящие, длинненькие. Еловые шишки. Как в Японии, велосипедная прогулка. Вдоль набережной и пришли в нескучный сад. Будем гулять в нем. Идем в гору. Дорожка в гору. Лично мне идти непросто. Ну ничего. Как я в Японии ходила. Надо идти и все. Какая прелесть вокруг, лес. И сидим. Скамеечках. Какой-то особняк старинный. Сейчас мы его посмотрим. Вот такой. Можно прочитать, что это. Такие домики для птиц милые. Это вольер с фазаном. Какой красивый. А воробьи кушают его корм. А он сидит и смотрит на тех, кто смотрит на него. Наверное, тут был мальчик. А это серенькие курочки. Фазанчики. Я подремала на скамеечке возле усадьбы. Это вот такой овраг. Уже вечереет. Мы немножко прогуляемся, я буду собираться в обратный путь. И она мне даже позволила ее погладить. Ничего себе. И я ее трогала. Мама, пойдем поищем пока. Пока она там. Это Белочка. Пойдем. Дети ее кормили. Это мой орешек. Это мой орешек.
нас такие хрустят. Какие огромные грибы! У нас такие хрустят, кушают орешки. Вот говорю. Она. Где белочка. Подожди, я хочу посмотреть. Мамка-солдатчик. Ой, какая смешная. Голуби тут как тут. Все им надо. Кто-то где-то кормит, уже все. Это орешки, вы не сможете. Это не про вас. Дети сообщили, что белочка спрятала 5 орешков. Дети наблюдают за жизнью белочки. Кормят ее орешками. Белочка удрала наверх. Вечереет. Пора уже потихонечку идти. Сейчас повернусь, сниму. В московских парках есть такие места, где пенсионеры играют. Шахматы, шашки, такие турниры. Вот целое пенсионерское содружество. Здорово. А у нас в Баку душными вечерами в проходе между дворами, где дует ветерок, собираются мужчины-жильцы, соседи, играют в нарды. Уже как в старые добрые времена. Около дворов сидели мужчины, нарды и сражались. Шары гортензии. Начинают тусоваться. Младенцы в колясочках выгуливаются. Цветочки. Погода, сосновый лес. Травка изумрудная. Солнышко садится потихоньку. Теперь дорога вниз идет. Так легче спускаться с горки. Там внизу река. Вот такая надпись на одной из скамеек. Дорогая, дарю тебе эту скамейку. Посидеть в одиночку и вместе с семейкой в нашем милом и славном нескучно. Не тревожься о хлебе насущном. Е.М. Паины в день рождения. Снова на набережной. Нет, я, конечно, подумал. Тут я понимаю способ передвижения. Шикарно. Молодежь выспала на улице. Набережная ожила, забурлила. Все передвигаются на всех доступных способах для молодежи. Народ гуляет, едет.
Проходите, пожалуйста. Люди отдыхают на траве, разложили одеяльца, а мы идем по траве. Полянка пуфиков. Ты хочешь немножко плавать? А это дерево огромное. Что за дерево? Это, судя по всему, тополь. Вот такой огромный тополище. Просто огромный. Ну какие ветви огромные. Идем к пляжному волейболу. Сейчас посмотрим, как это происходит. Пляжный волейбол. Ну вот. Белоснежный специальный песок. И играют. Ну-ка посмотрим поближе. Дети, мягкий песок. Вот это песок. Вот это песок. Какой песок. Как пудра, да? Как пудра, да? Да, там можно и вот так прыгать. Ну-ка давай попрыгай, классно. Вот это я понимаю. Дети прыгают, вон они друг друга. Пляжный волейбол. Мама говорит, вон играют 2-2. А вот наша кафешка «Крылышко и ножка», где мы были перед дождливой поездкой на катере. Такой красивой кафешка. Мальчик. И здесь люди гуляют. Мы пока ничего не хотим. Мы так наелись в кафешке в Таганской. Что пока ничего не хотим, ничего. А все что-то едят, жуют, грызут, пьют. Так мы гуляли с вами, смотрели, удивлялись, наслаждались в парке Горького. Сейчас нужно поспешить на транспорт и домой. Пока, до скорых встреч. Удивительно, клумба без цветов. Культуры.
Последний предзаказный простор. Я два шага. На них еще и прыгают. Такие таксишки. Велосипедные. Называется Яндекс.Такси.